Друзья мои, добрый день. Хочу показать вам свою черешню. Дерево бедное. Никогда. Видимо, никогда оно не получало никакого ухода от прежнего хозяина. Я когда купил этот дом, попытался тут что-то сделать, но оно меня не поняло. Ветки сухие, сейчас июль месяц, я повторяю, июнь, шестой месяц сейчас. Здесь вот трещина огромная, конечно, туда вода набирается, там вообще кошмар, что делается. Ну, это черешня, я закрыл пока, чтобы туда вода хотя бы не попадала, потому что, когда вода туда попадает, дерево гниет, ну и конец ему сразу наступает. Здесь вот так вот. Ну, видимо, вот этот ствол надо будет убирать. Я стараюсь черешню сохранить по максимуму, но посмотрим, насколько она выдержит. Дерево подходит, видимо, к тому, что его придется спиливать, потому что что я с ним только не делал, оно не восстанавливается. В этом году были цветы наверху, но я уже говорил, что в конце мая, начале июня у нас были заморозки, все померзло, и цветы не превратились в ягоды. Вот, ветки без листьев. Я, видимо, его не спасу, это дерево не спасу. Хотя жалко, черешня, конечно, долго. Трудное дерево, его надо спасать столько, сколько можешь, и спиливать его как бы нежелательно. Яблоня быстрее гораздо вырастет, чем черешня, но она вот у меня в таком состоянии. Плюс оно растет в метре от другой яблони, все друг другу мешает. Я уже говорил, тут так посажено все было, когда я этот дом купил. Все здесь было уже вот в таком запущенном состоянии. Что делать с этой черешней? Если среди вас есть профессионалы, подскажите, помогите. Я даже не представляю, что с ней делать. Вот такие вот дыры в коре. Здесь вот я показал, вода затекает. Видим, вот это отвалится. Замазаны глиной. Срезы были замазаны. Ну, в общем, вот так вот. Очень жалко дерево. И я не представляю, что делать. Я много читал в Ютубе про черешню, но у меня не получилось. Друзья мои, подсказывайте. Пока.